городе загорелось правое крыло самолета. Тушить его кинулись около полусотни спасателей. Половину массы аэробуса составляет топливо, поэтому техника разрушается очень быстро. Здесь самое главное – вовремя прибыть на место, чтобы спасти пассажиров. Задача сильно несложная была. Главное нам вовремя прибыть, во время подачи сигнала по тревоге. Главная наша задача – прибыть. Хлопцы все готовы у нас, в счастье. Вы видели сами по действиям. Слаженный коллектив, поэтому особых недочетов не было у нас. В принципе, задача мы поставлены, справились. По нормам аэродрома у спасателей есть 3 минуты, чтобы прибыть к месту возгорания. Полиция и скорая приезжают в течение 10. Для чего проводится? Это, в первую очередь, повышение навыков и совместное взаимодействие, взаимопонимание всех служб. Если, не дай бог, это случится в реальности, то, по крайней мере, все службы города будут знать, чем занимаются. Они, приехавшие сразу на такую надзвичайную ситуацию, которая произойдет, то все будут думать, откуда подойти, как подойти. А так уже, согласно инструкции взаимодействия, плана реагирования, каждая служба будет знать свой участок работы. Учения выглядели очень зрелищно. Черный дым охватил правое крыло самолета. Мгновенно появились пожарные в спецкостюмах и мощными струями лили пену на технику. Самолет удалось потушить в течение 5 минут. Карина Гутяр, Виталий Кваша, Первый городской.